вы приезжаете, видите? Сейчас разомнемся и погнали. Смотришь за окошко, там птички поют, у тебя лес, природа, у тебя комфорт. Здесь нет такого там шаг лево, шаг вправо, расстрел. Там, хочешь, пошел с ребятами в бильярд, поиграл. Там, хочешь, пошел, прогулялся. Вон там здесь пони есть, еще всякие штуки интересные. Так и должна проходить реабилитация. Танки грязи не боятся, немного не доехали. Малышка вся грязная просто. Ну, проходит вообще везде как надо. Боевая лошадочка. Здесь разные виды реабилитации. Психологические там, сюда вот, приезжают даже вот недавно. Гончар приезжал, да, там лепили всякую штуку из глины, там тренинги устраивают. Ну, интересно, я такого еще не видел, но я стараюсь везде ходить. Да, да, не хочется даже уезжать отсюда. Ты обычно наоборот рвешься, а теперь думаешь, ну, блин, еще об этом пару неделечек и все, и можно. Розлади сну, це почуття провини вижившого. Багато тривожних станів, дуже таких тривожно-депресивних аспектів. Я думаю, здесь не у кожного второго, я думаю, здесь даже у кожного є проблеми какие-то со сном, ще з чим-то там. Ну, не знаю, я просто привык уже, допустим. И сижу там на некоторых медикаментах, да, там. Ну и музыку не могу слушать. Что-то вот мне некомфортно слушать, но это лично мое. Я вот не могу находиться там в двух наушниках, потому что постоянно кажется, что нужно слушать, вот, и не могу расслабиться. Мы пропонуем вам подорож у виртуаль почувати себе вільно. Переконайтесь, будь ласка, що знаходитесь в зручному для вас положенні. Розмістіться з комфортом, щоб спокійно поринути у віртуальну реальність. Зверніть увагу на те, як ви дихаєте. Вдих. І видих. Ну що, як відчуття? Клас, супер. Вдалося вам в оренді відпочити під час перегляду відео? Ну, як будто там знаходишся, там медузи плавають вокруг. Я би хотів би, щоб хоча б раз на місяць, хоча б днів на 10, кожен би працівник, кожен військовослужбовець мав таку нагоду. Це дуже важливо, тому що це психічне вигорання. Чим швидше, чим ти повільниш все своє і заспокоїшся.